С помощью частично примененной функциональной стрелки мы построили монаду Reader, то есть монаду, которая в процессе своих вычислений умеет обращаться к некоторому константному окружению и считывать оттуда информацию. Однако тот способ построения монады Reader, который мы использовали, не очень удобен. Нам бы хотелось иметь немножко более высокоуровневый интерфейс для того, чтобы работать с этим ридером. Так, чтобы явно обращаться к этому окружению, явно с ним работать, иметь какие-то функции взаимодействия с ним. Поэтому давайте реализуем другую версию ридера, немножко более универсальную и более высокоуровневую. Для этого мы возьмем частично примененную функциональную стрелку, поскольку как движок для Monad Reader это хорошая вещь, и обернем его в некоторый специальный тип, который так и назовем Reader. Посмотрим, как это делается. Мы вводим тип Reader. Это двухпараметрический тип. Первый тип R параметризует наше окружение. Второй тип нам нужен просто для того, чтобы хранить результат каждого шага монадических вычислений. Этот двухпараметрический тип мы позже объявим монадой со связанным первым аргументом. Окружение будет константной. Что касается того, как этот тип устроен, у него есть единственный конструктор Reader, и внутри него лежит функциональная стрелка из типа R в тип A. То есть наш новый Reader внутри ничем не отличается от нашей предыдущей версии Reader. Для того, чтобы получать доступ к той функции, которая у нас лежит внутри монады Reader, у нас есть метка RunReader. Эта метка поля позволяет нам вынимать функцию из Reader. Тип функции RunReader перед вами. Он берет Reader и возвращает нам функцию. Ну или по-другому этот тип можно прочитать так. В него передается Reader и некоторое окружение, инициализирующее этого Reader. И он запускает некоторый Reader в некотором окружении, возвращая нам значение. Итак, после того, как мы познакомились с тем типом, который у нас будет ридером, давайте теперь объявим тип ридер монадой. Как я уже сказал, тип ридер можно объявить монадой, только если мы частично применим его к типу окружения, к типу R. Ну, собственно, так и делается. У нас частично примененный ридер R, как функция над типами одного аргумента, объявляется монадой. Реализация монады ридера ничем не отличается от реализации того простейшего ридера, с которым мы познакомились на прошлом степе. Функция return просто оборачивает результат функции из окружения, игнорирующей окружение в x, который оборачивается в нашу монаду, оборачивается в конструктор reader. То же самое у нас происходит при определении оператора монадического связывания. У нас тоже имеется некоторая функция, внутри ридера должна лежать функция. Окружение сначала передается в первую монаду, запускается ридер. Это разборка нашего ридера для того, чтобы вынуть оттуда значение. Ридер запускается, получается некоторое значение, это вычисление левого аргумента байндинга. Ну и дальше результат этого вычисления передается в качестве аргумента в стрелку к Leslie. И в том же самом окружении запускается RunReader для этой частично примененной стрелки к Leslie. Если вы сравните эту версию с предыдущей версией, вы увидите, что здесь написано практически одно и то же, только по ходу дела у нас есть сборка и разборка типа Reader с помощью конструктора, когда мы делаем сборку, и с помощью функции RunReader, которая позволяет нам вынуть изнутри Reader интересующую нас функцию, ну и, соответственно, запустить ее. В прошлой версии Reader для доступа к изнутри монадического вычисления к нашему окружению мы применяли функцию ID. Она как раз возвращала нам окружение. Применение функции ID не очень удобно, и оно путает человека, который просматривает код монады. Для нашей версии ридера давайте организуем функцию, которая будет называться ask, которая спрашивает окружение, возвращает нам значение окружения. Мы по-прежнему для этих целей используем функцию ID, но поскольку теперь у нас есть упаковка, мы упаковываем эту самую функцию ID в контейнер Reader.
Таким образом, ask — это та же самая ID, та же самая функция, которая обращается внутри нашего ридера к имеющемуся в наличии окружению, возвращая нам это окружение. Но она выделена как отдельная функция, и теперь с помощью этой функции мы сможем вынимать значение из окружения. Тип функции ask — это readerRR. Поскольку у нас применяется функция ID, то возвращаемое значение функции, упакованное в ридеры, должна быть то же, что и аргумент этой функции. А поскольку эта функция обращается к окружению, то понятно, что здесь и здесь тип один и тот же. Тип возвращаемого значения и тип, который у нас типизирует наше окружение. Ну, давайте попробуем выполнить функцию ask в каком-нибудь окружении. Ну давайте, для того чтобы запустить reader, нам нужно вызвать функцию runReader, дальше передать собственно эту самую функцию ask. То есть вот мы готовы запустить наш reader, но еще нам нужно передать функцию runReader окружение. А как вы помните, у нас функция runReader — это функция двух аргументов. Туда должен передаваться некоторый reader и некоторое окружение. Ну, здесь какое бы окружение мы ни передали, конечно, оно вернется. Мы можем сюда передать что угодно, потому что тип окружения еще не фиксирован, это достаточно общая функция. Ну, если мы туда передадим число 42, то мы получим, естественно, после запуска число 42. Более того, что бы мы туда ни передавали, мы всегда будем получать тот результат, который нам нужен. Итак, функция ask используется для доступа к элементам окружения. Давайте посмотрим на более расширенный пример, который позволит нам познакомиться с использованием этой функции в более таких прикладных, развитых случаях. Наш пример будет выглядеть следующим образом. У нас в качестве сквозного примера будет таблица, содержащая пользователь и пароль. Пользователь и пароль — это на самом деле синонимы для типа string и user и password. Ну и таблица — это ассоциативный список, ключом является user, а значением пароль. Ну вот, теперь задав соответствующие синонимы типов, мы можем создать такую таблицу, ну, например, таблица PVDS, к которой мы все время будем обращаться. Она будет у нас окружением. Это будет таблица, состоящая из трех записей. Билл имеет пароль 1, 2, 3, ну и остальные люди тоже имеют свои соответствующие пароли. Давайте теперь посмотрим, как работает функция ask. Напишем своего ридера, который возвращает первого пользователя, лежащего в этой таблице. First user — это монадический контейнер reader, который в качестве типа окружения задается как раз тип user table, и мы при вызовах будем передавать туда вот эту вот таблицу. Ну а в качестве возвращаемого значения этого монадического вычисления мы будем рассматривать тип user, потому что мы хотим получить первого пользователя. Код функции first user очень прост. Это монадическое вычисление в донотации. Мы берем сначала с помощью функции ask, получаем окружение, environment в данном случае e свяжется с таблицей. И дальше мы берем этот environment, обращаемся с помощью функции head, получаем голову этого списка, первый элемент. Затем обращаемся к функции first, fst, чтобы получить первый элемент пары, потому что возвращается нам пара. Ну и, наконец, поскольку у нас вычисление происходит в монаде, мы должны обернуть значение в нашу монаду, поэтому мы используем return. Ну, теперь мы можем запустить ридера, вызвав уже в качестве аргумента функцию first user. Ну, а в качестве окружения мы должны будем задать наше окружение, то есть таблицу PVDS. Мы запускаем это вычисление и получаем, что первый пользователь нашей таблицы — это Билл.